Здравствуйте, все, кто меня смотрит. Сегодня я хочу рассказать, что кушают мои кошки. Это прежде всего сухой корм. У меня Рояль Канин. Можно подобрать по своей расе. У меня вот для бритиш кошек, для британцев. Этот корм сухой, он должен стоять постоянно. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, все тарелки пустые, но сухой корм, он постоянно стоит. И вода должна стоять. Вода вообще-то должна стоять как можно дальше от основного корма. У меня стоит еще так называемый мокрый корм. Он есть в разных упаковках. 800 грамм, 400 грамм и еще меньше. До 25 грамм есть. Так как кошек у меня много, я покупаю большие. Этот мокрый корм, я покажу попозже, как он выглядит. Он может быть разный, есть противоаллергенный, есть больше мяса, меньше. Вот здесь вот 75% мяса, и меня он устраивает. Я не буду называть фирму этого корма, потому что могут посчитать, что это реклама. Еще через день я даю замороженную говядину. Она должна 3 дня побыть в морозилке, тогда убиваются все такие нехорошие, что там есть. Она потом размораживается, и они очень хорошо едят сырое мясо. Это хорошо для шерсти и для здоровья кошек. Мокрый корм, я его открыла. Он выглядит как тушенка, даю я 2 раза в день. Утром молоко может быть сухое. Может быть разведенное, уже готовое молоко для кошек. Тоже такое покупаю. И вот лактозефрай творог и йогурт. Это тоже даю каждый день. Также хочу сказать насчет витаминов. Есть в виде таблеток, есть в виде паст, есть в виде хлопьев и всякие-всякие. Еще есть вот такие вкусняшки. Для кошек они в виде палочек, да, но кошкам я даю это редко, потому что они могут подсесть и потом не есть основную еду. Вот это все, что я хотела сказать про кормление кошек. Сухой корм, видите, они хрустят целый день, пока не надоест. Это обязательно должно быть. И сейчас я покажу, как они едят. Сейчас они все подтянутся, они очень любят этот корм. Мокрый, и сразу его почти съедают. А когда нет сухого, они подходят ко мне, мяукают, и тем говорят, что надо положить сухой про запас. На лапах белые перчатки, у него на шее.
я млею и таю. К одним лишь кошкам я слабость питаю. А если кошка голубо глаза, то ей не будет ни в чем отказа. Кошки, очарование мое! Кошки, любовь, призвание мое! Сердце я даю вам много лет. Садитесь, детки, для вас готов обед.